Друг дяди Гены и российских военных. Чебурашка стал традиционным талисманом защитников Родины. Ушастого зверька рисуют дети, отправляют картинки на фронт. А вязальщицы из Ульяновска создают мягкие игрушки для военных. Да, за ленточкой только взрослые мужчины. Но даже им, брутальным и суровым, нужна частичка чего-то милого и трогательного. Недавно партию шерстяных чебурашек получили наши земляки. Да он вообще классный такой. Он прям профессиональный, его хочется в руках трогать. И спасибо вам большое, девочки. Нам прибыла гуманитарная помощь с города Ульяновска. Вот с такими еще прекрасными талисманами. Чебурашка. Большое спасибо вам. Большое спасибо маме Юле за супы. Большое огромное спасибо 14-му и 31-му детскому саду. Те, кто помогают фронту, известны многим. Мы регулярно рассказываем об их добрых делах в рубрике «Вместе к победе». Вера Ерофеева в начале мобилизации организовала движение вязальщиц «Спицназ». Напомним, название от слова «спица». Вера и ее единомышленницы вяжут носки, манишки и другие теплые вещи для военных. И недавно Вере пришла идея создания талисманов. Пряжу и крючок в руки, интернет с видеоуроками в помощь. Пара часов и чебурашка готов. Размеры игрушек разные. Вот, например, Сергей Клопков у нас уезжал. Он и доставлял наших чебурашек в Свиягу. Мы ему отправляли побольше. Ну, большой же человек, должна быть большая чебурашка. Вот как бы так. А те, кто на заданиях, все-таки поменьше, чтобы при случае убрать в карман. Он такого куда уберет? Куда он его повесит? На рюкзак, лишний груз? Ко дню защитника Вера отправила на фронт 7 игрушек. И сейчас создается новая партия боевых товарищей. Наши военные без подарков не останутся. Скоро эти очаровательные чебурашки отправятся в батальон «Свияга». А мама Вера Татьяна продолжает вязать носки. Сейчас на них спроса нет, но в холода они разлетаются по подразделениям молниеносно. За весной придет лето, а там и осень, и зима. Дай бог, если, конечно, кончится это все военное действие. У нас ведь есть еще дома престарелых, дома... детские дома. Движению «Спецназ» нужны добровольцы. Найти группу с одноименным названием можно в Вайбере. Руководитель группы Вера Ерофеева. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.